Куда на турме можно гонять? Под Б. Я здесь играю под Б. Между А и Б. Чем хороша позиция? То, что танки на Б заезжают, и им в борт стреляешь. Они вот сюда выезжают, и им в борт стреляешь. Плюс можно сюда заехать, пострелять. Плюс можно сюда выехать, пострелять. Позиция между А и Б с этой стороны, она очень рентабельна в плане фрагов. Ты можешь много фрагов сделать. У тебя все время экшон идет. Надо, чтобы тут дальше проехал на XM. А, его убили. Нет, это не его убили. Нет, его убили. Так, снизу там мне кто-то роты дал. Ну и с этими вроде покончено. Привет, Дмитрий. Т-80У быстрее Т-80Б. Блин, ну вот это я не знаю. По скорости я не замерял их. Вроде плюс-минус одинаково. Давай мясо! Давай мясо! Давай спрут, чтобы жопа горела. Спасибо. Дорогой друг, ты сдох, да? Не сдох. Теперь сдох. Сейчас тип возьмет точку. А я попробую потом зарядиться. Блять, одна ракета осталась. Что это такое? Я не понимаю. Ну, для меня даже эта машина опасна. Как можно было это ввести в игру? Это фановая машина, ты че? Это очень веселая тачка. Я считаю, что у Визель должен быть у каждого уважающегося танкиста в игре. Визель — это та машина, на которой ты просто отдыхаешь от геймплея на танках. Ты просто ездишь и кайфуешь, кидаешься птурами. Все, видели, это прям секси машина. Народу еще много. Туры надо зарядить только. Это самое главное. Я не знаю, почему улитки Визель прем не сделали. Ну реально, типа... Их было бы очень много. Прикинь, как бы они рандом бы сношали. Просто все бы в визелях было. Выезжаешь такой на 9-7, на Турмсе, а танков нет. Все на визелях, все сидят, где-то спрятались. Вот это было бы реально весело.
Прикольно было бы. Так, разворачиваемся. Ну ты дурак, что ли? Там же танк стоит. Ой, блядь, что с прицелом случилось? Алло. Глава Д просрал фраг. Иногда камера как-то слетает, когда кто-то рядом с тобой проезжает. Понял. Это слишком сильный противник для меня. Поэтому я, наверное, как-нибудь вот так вот. Так, БМПшку Абрамс убил. И рядом с ним еще, по-моему, какой-то Турмс. Что-то стреляет. А, еще один. Там типа две бэхи было. Ни хрена себе. Очень близко. Это было очень близко. Надо было, блин, отпустить его. И может быть тогда я бы что-нибудь поинтереснее придумал. Не в этот раз, дружок. Поехали за БМПшкой. Блин, я в подсвете. Ай, с респада, сука. И тут же сдох. Ядерки не быть. Нормально, чё. Один скиллов. Хорошая реализация. Я говорю, вот это идеальная карта для Визеля. С кустами, со всякими там приколюхами. А вот если ты попадаешь на какой-то Берлин, то тебе там пиздец. Не, ну хотя Берлин еще норм. Там можно загаситься где-то. Вот Рейн, типа какая-нибудь такая прям маленькая. Типа американской пустыни. А там прям душно. Прям очень душно. А здесь что, скорость? Ты меньше, чем куст. А тебе еще куст. Ну все. Могло бы 12, но стример дурачок.